В эфире информационная программа «Пульс города». В студии Ирина Волкова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Завтра была война. Стражи порядка проведут в Кандалакше патриотическую акцию. Село в порядке, страна в достатке. 1 июля в России стартует сельскохозяйственная перепись 2016. Кандалакшане мусорят, медведи угощаются. Что делать с косолапами, сегодня обсуждалось на Координационном совете общественности. После трагедии в Карелии во всех детских лагерях будут проведены тотальные проверки. В Заполярье места организованного отдыха детей проинспектирует лично уполномоченный по правам детей Борис Коган. На сегодняшний день в детских оздоровительных лагерях Мурманской области отдыхает 5000 маленьких северян. Уполномоченный по правам ребенка намерен проверить, в каких они находятся условиях, как организован их досуг, питание, какие мероприятия проводятся. Особое внимание, конечно, будет уделяться мерам безопасности. Наш город с этой целью Борис Коган посетит одним из первых. На этой неделе мы побываем в Оленегорске, зато Александровск, Кандалакша. Особенно обратим внимание на обеспечение условий, когда дети находятся в пути передвижения детей. Уполномоченный по правам ребенка также выразил свои соболезнования семьям погибших детей. Также Борис Коган отметил, что нет ничего важнее обеспечения главного права ребенка – права на жизнь. Уже с 1 июля в нашей стране стартует сельскохозяйственная перепись населения. Масштабное статистическое исследование будет организовано и в Кандалакшском районе. Проводить его будут 5 счетоводов. Они сейчас проходят необходимую подготовку. Село в порядке, страна в достатке. Именно под таким лозунгом будет проходить сельскохозяйственная перепись 2016. Ее цель – сбор данных о сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах, использовании земельных площадей, поголовье скота и птицы. Все сведения, внесенные в переписные листы, будут строго конфиденциальны, так как они необходимы лишь для формирования статистики. При этом встретятся жители Кандалакшского района со счетным персоналом еще до официального начала переписи. Хочу еще обратить внимание на то, что переписчики начнут работу уже с 24 июня, потому как у нас будет с 24 июня по 1 августа у нас предварительный обход, так что переписчиков можете ожидать еще до 1 июля. Кандалакшан, ведущих личное подсобное хозяйство, глав крестьянских и фермерских хозяйств, а также имеющих земельные участки, предоставленные под садоводство и огородничество, просят с ответственностью отнестись к сельскохозяйственной переписи. А для того, чтобы граждане не сомневались, что впускают в дом настоящих переписчиков, каждый из них будет носить специальную форму синего цвета с официальной символикой, иметь при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт. От самих жителей района потребуется лишь уделить им немного времени, ответив на несложные вопросы переписного листа. «Завтра была война». Так называется патриотическая акция, которая пройдет в Кандалакше в преддверии Дня памяти и скорби. Инициаторами мероприятия выступают полицейские. 21 июня ровно в 10 часов вечера у стелы милиционерам Кандалакши, погибшим во время Великой Отечественной войны, рядом с зданием местного отдела полиции пройдет памятное мероприятие с зажжением свечей и возложением цветов. Цель акции – сохранить и увековечить память о мужестве и героизме советского народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Путешествие не удалось. 16-летнего подростка сняли с крыши товарного поезда. Молодому зацеперу грозит административная ответственность. Зацепера увидели прохожие и работники железной дороги. Информация сразу поступила в полицию на транспорте. Поезд был остановлен, подростка сняли. Но одной воспитательной беседой он не отделается. В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении. Отметим, что сняв подростка с поезда, работники железной дороги в буквальном смысле спасли ему жизнь. Парень по счастливой случайности не получил серьезных травм. Шесть безответных мячей в ворота хозяев. Таков итог очередной игры с участием ФК «Кандалакша» в чемпионате Мурманской области. В минувшую субботу наши футболисты провели матч на выезде в городе Кировск, где сразились с местным «Апатитом».
Настроены на успех, их цель – победа. ФК «Кандалакша», занимавшая до этого верхнюю строчку в турнирной таблице, сумела не просто упрочить свои позиции, но и значительно вырваться вперед. В минувшую субботу, 18 июня, наши футболисты успешно сыграли с кировским «Апатитом». С первых минут встречи стало понятно, что преимущество на стороне «Кандалакшан». Они переиграли хозяев поля, забив в их ворота 6 безответных мячей. Отличились Александр Белый, Денис Зубов, забивший 2 гола, Енин Эдгар, Володин Денис и Дмитрий Николаев. Следующий матч ФК «Кандалакша» в чемпионате пройдет на стадионе «Локомотив» 25 июня в 14 часов. Соперник – «Динамо ГПС». В последнее время тревожные сигналы о встрече с медведями недалеко от населенных пунктов Кандалакшского района стали фиксироваться все чаще. Косолапых привлекают несанкционированные свалки. А прогнать буру хищников с прикормленного места специалистам охотнадзора удается не всегда. То, что медведи стали выходить из леса, привлекаемые отходами горожан, уже не новость. В некоторых случаях отпугнуть косолапого не выходит. И тогда охотнадзором принимается решение о регулировании численности. Так за людскую безалаберность расплачиваются лесные гости своими жизнями. Буквально несколько дней назад такую цену заплатил медведь, обитавший у телевышки. Но некоторых жителей области данные методы не устраивают. Уже более 700 человек подписали петицию в защиту медведей, настаивая на сохранении жизни этих животных. Однако, если позволить диким зверям спокойно разгуливать вблизи жилых домов, тут и до беды недалеко. Тем более, что буквально сегодня возле лыжной базы были обнаружены медведица с медвежонком. Так что пускать ситуацию на самотек тоже не вариант. И сегодня данный вопрос был вынесен на заседание Координационного совета общественности. В итоге, учитывая все обстоятельства и в первую очередь опасность нахождения диких зверей близко к людским тропам, общественниками было принято решение обратиться в Министерство природных ресурсов за лицензией на отстрел. Однако было решено также направить и предложение попросить содействия в решении проблемы с медведями более гуманными способами, так как на сегодняшний день технически это просто невозможно. Это все новости, которые мы успели подготовить для вас сегодня. Далее вас ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до встречи!